Здрасте, наши большие и маленькие телезрители. Вы видали? Все, все, пропал человек, забей. Здрасте. Да, Шура, Шура, алло. Что, Капа, Капа, не отвлекай. О, так. Вот только вот, казалось бы, Simple Dimple соскочили, а у меня новое. Алло, алло, ну хватит, соскакивай со своего попита. Кап, я на рекорд иду, ну. Ай, да погоди, тут еще новости. Хорошо, что у тебя? Ты смотри, смотри, Хаги-Ваги. Что? Ты буги-вуги? Что? Да какие буги-вуги? Ты ТикТок не смотришь, что ли? Нет, я ой, смотрю, слушай, смотри. Ты, у меня смотри, там новая тема появилась. Какая? Хаги-Ваги. Ну, это знаешь, такой, такой типа монстр. Монстр? Типа монстр, да. Ну, он как бы добрый был сначала, ну, переводится как обнимашка. Так. А потом стал, попадал в эту, в какую-то химическую такую штуку и стал монстром. Слушай, нет, как я промолчал. Ожившие монстры такие. Я боюсь до чертиков этих вещей. Да нет, вещей. Они смешные, ну посмотри, ну посмотри, ну знаешь, какие клевые. Вот, ну, на, да. Глянь. Ну забавно, ну хорошо. Да? Смешно. Да? Смешно? Ну, представляешь, я бы таким монстром, я такой, покрашу синий свет. Да, пожалуйста, ты оставайся такой, какая ну, ладно, ты есть. Хорошо, да? Дай сюда. Да. Там для девочек тоже есть. Переводилась как целовашка, называется она киси-миси. Ну, это для нас, для девочек, конечно. Хаги-ваги, киси-миси. Слушай, я вообще запутался, честно чего? Говоря. Чего? Ну нормально же, здорово. Круто. У меня в ТикТоке 3 подписчика, Кап. Вообще, какой контент нужно туда скачивать? А ты что-нибудь прояви смекалку какую-нибудь, сделай что-нибудь чудесное. Ладно, тут, слушай, есть какой-то эксперимент, говорят, очень круто получается. Угу. Все сейчас повально этим экспериментируют. Да ладно? Да, нужно. И выкладывают. Молоко, фломастеры и... Что? Ватные диски. Слушай, давай-ка ты сделаешь, а я это выложу. Снимай, Капа, смотри, да, да. Рассказываю. В общем, я сам первый раз сейчас буду пробовать, но тем не менее. Так, не торопись, не торопись. Не тороплюсь. Рисуем снежинку, после чего нам понадобится моющее средство. А зачем? Ну, для того, чтобы все получилось посмотри, красиво. Посмотри на меня. Нет, посмотри. Ага, ага, давай рисуй, рисуй дальше. Так. Ты, главное, никуда не выкладывай, ладно? Ну, я без тебя не выложу, скажешь потом. Так, рисую снежинку, как получится, Кап, не знаю. Честно говоря, первый раз экспериментирую. Хорошо так. Кап, когда у нас будет миллионы подписчиков, мы с тобой... Ну-ну-ну. Свое шоу запустим. Да ладно, давай. Ну, давай дальше, дальше-то. Так. После этого мы разрываем, точнее, аккуратно разделяем ватный диск пополам. Так. Давай попробуем. Вот, видишь? Давай. И вот, туда нужно капнуть моющего средства. Ты не прав? Есть чем посудить? Давай. Я же у тебя взял. И чё? Чё, ничего пока. Ну, ладно, всё, крупненько, ну. Так. Ну что, пробуем? Ну, давай. Снимай. Давай. Бросаю в тарелку с молоком. Снимаешь? Вау! Вот это смотри, что смотри, делается. Смотри, как красиво. Обалдеть. Супер. Самое главное... Погоди, Капа... погоди, не трогай. Плывет. Я сейчас купленько. Ну все, выкладывай. Вау.